самое известное изречение про кампанию 1854-55 годов «Война в Крыму, все в дыму» хоть в одном точно. Пусть и несерьезно присказка, а передает неразносимый даже ветром с моря дым чудовищной бомбардировки очень небольшого Севастополя, если честь по чести, дважды города-героя. Крымская война – первая в мировой истории объективно запечатленная в буквальном смысле фотообъективом. Изобретенная меньше 20 лет назад, фотография тогда – сложная капризная технология, требует лаборатории на месте съемки. Первые два английских фотографа, приехавшие в Крым, на войне погибли. Не сохранилось даже сделанных ими фотографий. Повезло третьему. Секретарь Королевского фотографического общества Роджер Фентон создал фотолетопись Крымской войны. Фентон пробыл в окрестностях Севастополя 3,5 месяца. Уехал отсюда, спасаясь от холеры, но выжил, сделал 360 крымских фотографий. В Лондоне Фентон, еще не выздоровев, показывает фотографии Виктории. Ему позволили беседовать с королевой лежа. В Париже Фентона ждал Наполеон III. Тот не смог за один раз наглядеться на чудо-карточки. Было устроено 2 просмотра. Огромная выставка в музее Арсе к юбилею. Там особое место занимают фотографии Крымской войны. Они в Европе создавали тогда общественное мнение. Люди о войне судили по ним. Фотоснимки тиражировали в виде открыток и оформляли в альбомы. Частным порядком из Европы в Россию везли много такого «там издата». Своих фотографов в Крыму не было. Наш монополист военных картин с натуры – «Русский художественный листок», главный иллюстрированный журнал, огонек Николаевской России и ее государственное телевидение. Это издание было вот именно что «Русский художественный листок». Русский... в смысле патриотичный, то есть сомнений в нашей победе нет никаких. Художественный, в смысле искусно преобразующий действительность. Война идет внушительно и красиво. Листок, в смысле отдельные картинки, гравюры, которые можно повесить на стену. А все вместе большой иллюстрированный календарь. Герои войны и их подвиги. Здорово, братцы! Давно не было у вас. Как живете? Плохо живем, Варти. Совсем одолевает француз. Бьет дуром из-за шанса. Бьет и бьет, бьет и бьет. А в поле не выходит. Ничего, Бог даст, выйдет. Вот тут мы его опять поколотим. Фотографии еще невозможно печатать в журналах. Иллюстрации в английской периодике тоже гравюры. У историка Иана Флетчера их полное собрание. В этой большой книге 82 иллюстрации Уильяма Симпсона, сделанных во время Крымской войны. Вот знаменитая атака легкой кавалерии. Симпсон делал эскиз, а гравюры готовили уже в Англии. Крымские татары. Да, крымские татары.
Кладбище на холме. Могилы помечены Симпсоном, чтобы понять, кто где похоронен. Разница в публикуемых текстах. В Англии нет цензуры, вся печать частная. Лидирует «Таймс» со своим крымским военкором Уильямом Расселом. С них началась современная журналистская цивилизация. Военкор Уильям Рассел, соблюдая правила журналистской беспристрастности, жил не при английском штабе, а, что называется, в частном секторе. Занимал маленькую татарскую мазанку возле этой балаклавской церкви 12 апостолов. Вот там, где сейчас гаражи, очевидно, был карпункт «Таймс». Тон публикации часто критический. Рассел много пишет о тяготах войны. Королева говорит про его репортажи «Нападки на армию». Рассела считает своим личным врагом главнокомандующий лорд Раглан. И его прапраправнук тоже. Там еще был такой из лондонской «Таймс». Рассел. Да, Рассел. Это был настоящий вредитель. Он писал про наши недостатки, а это читали и русские тоже. А «Таймс» полагает, что правильно его туда послали. Мол, смелый был человек. Да сейчас бы его и близко не подпустили. В Крымскую войну тираж «Таймс» больше, чем у всей остальной английской прессы. Газета делает рейтинг на крови своих сограждан. Но никто даже не пытался наказать редакцию и ее репортера. На места боевой славы прилетели ветераны, воспетого репортером Расселом 93-го шотландского пехотного полка. Мы? Прямо в Севастополь. На неделю, да. На ту сторону надо. 150 лет назад у шотландцев были красные мундиры. Их шеренга одна сдерживала контратаку русских. Рассел написал, они стояли тонкой красной линией. И это понятие вошло в обиход. The thin red line. Тонкая красная линия. С тех пор по-английски это значит «последний рубеж». Come and march! Экскурсоводом у шотландцев Иан Флетчер. Водит по позициям, сверяясь с собственными книжками. К тому времени, как я закончу рассказывать, может туман развеется. А пока, поверьте мне на слово, Малахов курган прямо, там дальше третий бастион. Старейший ветеран с удовольствием перечисляет, как он стоял тонкой красной линией на пути итальянского и германского фашизма, потом китайского и советского коммунизма. Египет. Крит. Эфиопия, потом вернулся в Египет, десант на Сицилию, потом Италия, потом Германия, после войны Гонконг, потом Корея, опять Гонконг, вернулся домой в Эдинбург. Последние два года служил в Голландии. Я вышел в отставку в 70-м. Самый младший из экскурсантов тогда не родился. В Севастополь он приехал, отслужив срок в Ираке. Хотя тогда и сейчас армии разные, все равно много похожего. И то, как дела обстояли в Севастополе, и как сейчас в Ираке, очень похоже. По-русски о Крымской войне с места событий пишет 28-летний Лев Толстой. Перед войной он дебютировал в литературе трилогией «Детство, отрочество, юность». В Севастополе командует артиллерийской батареей. Огня! Вязановский переулок позади 4-й бастионной улицы в Севастополе. Лев Толстой на самом опасном 4-м бастионе бывал и даже ходил оттуда в ночную вылазку, но батарея его стояла в более безопасном месте, на Вязановском редуте. И
и была возможность написать цикл очерков «Севастопольские рассказы». Их теперь заслоняет слава огромных романов Толстого. Даже директорствующий в фамильном имении Ясная Поляна праправнук Владимир Толстой фронтовые записки прапрадеда оценил не сразу. Да, да. Я долгое время не возвращался к севастопольским рассказам. Я их прочитал в школе, и мне казалось, что это какая-то совершенно дрянь, извините. Вот. И я перечитывал все. А севастопольские рассказы как-то не брал. Тут что-то полгода назад. Я вдруг решил перечитать. Я был потрясен совершенно вот этой вот фантастической художественностью. Поначалу Толстой хотел писать чистую журналистику. Подавал прошение об издании «Солдатский вестник». Не разрешили. Думал печатать газету «Военный листок», такую многотиражку осажденной крепости, посылаемую из столицы, чтобы там узнали окопную правду. Ни в какую. Им было отказано. Потому что все материалы о войне должны были быть опубликованы изначально в газете «Русский инвалид». И только оттуда они перепечатывались в какие-то другие издания. И Толстого и его товарищи, с которыми он это задумывал, совершенно это не устраивало. «Русский инвалид», то есть «Русский ветеран», «Официоз», «Монополист военной темы». Толстой и товарищи собирались бороться с его ложью, а не перепечатывать ее. Наконец, разрешение писать про войну получил журнал «Современник», и «Севастопольские рассказы» пишутся для литературного ежемесячника. Очерки Толстого никак не назовешь оперативной журналистикой. Первый из них «Севастополь в декабре». Он закончил здесь писать в апреле, а напечатают его только в июне. Но Толстой все-таки сумеет оперативно откликнуться на злобу дня. После сражения на Черной речке. Это последнее русское наступление в Крымской войне на укрепленные Федюхины высоты, где стоят превосходящие силы неприятеля. Федюхины высоты – черное место Крымской войны. В самом начале войны на высотах русские, отсюда они обстреливают бессмысленную атаку легкой кавалерии англичан. К концу войны на высотах французы, русские оттуда бессмысленно на них наступают, и снова приказа и бровью никто не оспорил. Только теперь русская солдатская храбрость покрывает нелепость русского командирского приказа. Войска поочередно вводятся в бой и поочередно гибнут под вражеским огнем. На переходивших из рук в руки позициях поисковики теперь находят сувениры противников. Ну, это мусор. Можно выбросить. Только здесь могут рядом оказаться французский луидор и русская копейка. Вот еще находочка одна. Это русская монета, денежка 1854 года, царствия Николая I. А 150 лет назад здесь не за грош гибнет 8 тысяч русских. Про постыдное поражение Толстой сочиняет стишки, как 4 числа нас нелегкая несла горы занимать, в смысле Федюхины высоты. Неуместная вроде на фронте сатира на своих. Можно было написать как 4 числа. А это именно вот из этой вот из этой стыдливости это и выходит. Когда человек начинает ерничать, когда он не может прямо высказать, ну полный идиотизм вокруг творится, полная бездарность. А написать это вот просто такими словами, ну, что это бездарность, это бездарность, идиотизм. Идиотизм, ничего. Вот. И в этот момент в талантливом человеке просыпается желание, ну как бы вот, ну высмеять это.
Стилизация под народные куплеты. Солдаты горько смеются, как же бестолково командуют ими генералы Вревский, Горчаков, Липранди, Риат и фон Сакин. Сохранился автограф Толстого, но автор делал вид, что его куплеты – это фольклор. Вперед! Ура! Как 4 числа. Солдатские куплеты, приписываемые Льву Толстому, на остатках подлинных французских укреплений. В общем, в условиях максимально приближенных к боевым. Как 4 числа нас нелегкая несла горы занимать. Барон Вревский генерал Горчакову приставал, когда под шофе. Князь, возьми ты эти горы, не входи со мной в споры, право донесу. Собирались на советы все большие эполеты, долго думали, гадали, топографы все писали на большом листу. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить. Князь сказал, ступай, Липранди, а Липранди нет, а Танды, я уж не пойду. Туда умного не надо. А пошли-ка ты, Риада, а я посмотрю. А Риад, возьми да спросту, поведи нас прямо к мосту, ну-ка на Уру. И Уру мы прошумели, а резервы не поспели, кто-то переврал. На Федюхины высоты нас всего пришло две роты, а пошли полки. Наше войско небольшое, а французов ровно вдвое, и секурсу нет. Ждали выйдет с гарнизона, нам на выручку колонна, подали сигнал. А там Сакин генерал, все акафисты читал, Богородице. А как 1 числа ждали батюшку царя, мы у фот сала. И в усердном умилении ждали семы награждения, не дал ничего. Август 1855-го. Бойкие видши. Из них три строчки, чуть видоизмененные, живы до сих пор, став пословицей «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить». Крымской войны, саммит союзников. Французский император Наполеон III с супругой императрицей Евгенией прибывает в Англию по приглашению королевы Виктории и ее супруга принца Альберта. Взаимопонимание Наполеона III и Виктории было просто благословенным. И промышленная революция викторианской Англии была для Франции примером. Соревнуясь и союзничая, наши страны двигали вперед весь европейский прогресс. Неделю Наполеона III по Лондону сопровождает сводный полк британских вооруженных сил в почетном эскорте и приехавший из Крыма лорд Кардиган. На улице полно народу, всеобщее ликование. Во дворце в теплой дружественной обстановке Виктория, Альберт и императрица Евгения слушали Наполеона III о затянувшейся уже на полгода осаде Севастополя и о намерении его, Наполеона, лично отправиться в Крым, высадиться с десантом у Алушты. Постановили военные действия активизировать, Наполеону в Крым не ехать. Великие державы учитывают лишь мнение друг друга. Они уже не делают вид, что отправились воевать, заступаясь за турок. В Крыму турецкая армия должна подчиняться чужим командирам. И даже обелиск погибшим туркам поставлен самым последним. Лишь к нынешнему юбилею.
Мы вернемся в Турцию, но я уверен, что после открытия этого памятника наши павшие герои станут сыновьями и братского украинского народа. Турецкие потери в Крыму даже не считали, а они явно были самыми большими среди союзников. Всех звали турками, хотя в армии Османской империи воевали и албанцы, и тунисцы, и египтяне. Командующий Амер-паша был этническим хорватом и до принятия ислама звался Михаил Лотис. Еще и Сардинское королевство. Ему Наполеон III обещал помочь присоединить другие части раздробленной Италии. И за это 2500 итальянцев легли в крымскую землю. От итальянского воинского кладбища на горе Госфорт остались только развалины часовни. И всюду эти мелкие кактусы, опунции. Итальянцы их привезли специально для кладбища, чтобы на могилках было все как дома. Первые кактусы в Крыму. Отсюда они распространились по всему полуострову. Большие потери особенно неприемлемы для англичан. При профессиональной армии, парламенте, частной прессе общественное мнение чувствительно к страданиям солдат. Чтобы лучше выхаживать раненых, на войну впервые едут женщины-медики. Прежде госпитали были бараками. Флоренс Найтингейл создает новый тип больницы – храм здоровья. Первый лондонский госпиталь, построенный по инициативе Флоренс Найтингейл. Мисс Найтингейл не была светилом медицины, она была обычной медсестрой, но она была талантливым медицинским менеджером. Она ввела новые стандарты больничных помещений, когда такие большие окна, высокие потолки, просторные палаты. А иначе как бы бывший госпиталь перестроили сейчас в престижный жилой комплекс Флоренс? И мировую награду за милосердие, иначе бы не назвали медалью Найтингейл. Главный русский цивилизационный прорыв в Крымскую войну. Медицинское светило Николай Пирогов создает в Севастополе современную военно-полевую хирургию. На передовой позиции никаких операций не делать, а доставлять всех раненых на сортировку. При том, что клиники не было, Пирогов работал в танцевальном зале благородного собрания. За 10 месяцев в Севастополе Пирогов прооперировал 5000 раненых. Дорогу к зданию благородного собрания указывал кровавый след. Ногу прямо в операционную. На войну Пирогов отправился неофициально. За него хлопотала сестра царя, великая княгиня Елена Павловна. Хирург поехал как бы консультантом, а стал фактически севастопольским главврачом. Есть надежда. Вы сами медик, Катерина Ивановна. Я медик, а вы бог. Всю работу Пирогов вел на благотворительные средства и личные деньги великой княгини. К началу севастопольской обороны Пирогов с одной стороны зав. Кафедрой академии и директор анатомического института, а с другой – директор технической части Санкт-Петербургского инструментального завода. То есть Пирогов сам по себе такое научно-производственное объединение. За 15 производственных лет Пирогов обеспечивает русскую армию на полвека. Фельдшерский карманный набор. Он и сейчас похож на такой дорожный НССР. А был еще набор ординаторский, наборы батальонный и полковой, наборы корпусной и госпитальный, и два патологоанатомических набора.
Севастополе Пирогов первым применяет гипсовые повязки и ставит на поток анестезию при операциях в полевых условиях. Ну, покой не дать. До него на войне резали без обезболивания. Все очень просто. Эту маску клали на лицо. А из этой капельницы капали эфир. Никакого дозатора. Сколько нужно по состоянию раненого, столько и капали. Но это не очень сильное средство. А маска прилегала к лицу неплотно, поэтому спали во время операции неглубоко. И по воспоминаниям медиков, раненые во время операции матерились, на чем свет стоит. Катя, где ты? Я здесь. Против наркоза было официальное командование, но Пирогов ему формально не подчинялся. И его сестры Милосердия, монашки Петербургской крестовоздвиженской общины, тоже стала быть общественницей. Христолюбивого воинства портки снимаете. Для вас же, братцы, раненые. На хорпию, да на бинты. Хлопок и сделанные из него бинт и вата, средства другой эпохи. Россия середины 19 века – это льняная страна. Тыл фронту. Вся Россия щиплет из льна кусочки льняных нитей. Это называется корпия. Великолепное средство для впитывания влаги, крови и гноя. Корпия – это и самое чудовищное злоупотребление русских военных интендантов. Меня ушлют на каторгу. Иди в себя. Чухайся. Помнись. Длинная баба. Старый тюфяк. Блеск строго николаевской власти скрывал поголовную чиновную коррупцию, которая в войну вылезла наружу. Бесстрашно разворовывались деньги и на зимнюю форму, и на отправку ее в армию. Откаты на всех этажах. По нынешним меркам пустяковые. 10%. А корпию умудрялись через посредников продавать неприятелю. И Пирогов с горечью говорил, что наша корпия уходит англичанам, а нам достается солома. Вот если к нам, да, с интендантством сладить трудно. У генерального интенданта такие связи. Слушайте, я думаю, это вопрос не только Николая Первого, но всякого самодержца. Кто человек, который открыто скажет самодержному властелину, ваши идеи неправильны? Праправнук императора считает, что уже середина 19 века – слишком сложное время для самодержавного правления. А каково было прапрадеду видеть, что его всевластие превращается в безвластие? Идет война, в ней не одержано ни одной победы и ничего невозможно сделать. Точно забыв, что у него война на юге, Николай снова вспоминает 1812 год, когда русский мороз погубил армию Наполеона. Николай грозит союзникам: «Мне помогут генералы январь и февраль». Не меньше военных неудач убивал международный провал. Вчера еще Николай гордо считал себя сильнейшим в Европе, а нынче Европа унижает его гордыню. Вчера еще Николай покровительствовал Австрии и, делая то, о чем просило действующее руководство страны, подавил венгерское восстание. И что Австрия? Последняя ошибка николаевской дипломатии, которая стала ясна уже в разгар севастопольской обороны. Австрию считали во всем благодарным нам союзником, а она сначала выступала посредником на переговорах, играя нашим и вашим, а потом, после русского поражения под Инкерманом, перешла на сторону объединенной Европы. Император австрийский не перестает поворачивать нож в моем сердце, только и мог сказать Николай. Есть такие моменты в истории, где довольно легко поставить точку или такую линию
И знаете, теперь начинается что-то новое. Совпадение плохого, явно плохого исхода осады Севастополя совпадает со смертью Николая I, который умер, ему не было 60 лет. Умирали Романовы очень молодыми, знаете. При абсолютной власти императора Николая I никто, кроме него, ничего не решал и ни за что не отвечал. И за всех ответил он один – жизнью своей. В начале февраля 1855-го в Петербурге было минус 20 с лишним. У государя грипп, но он в легком плаще, в открытых санях, едет в конногвардейский манеж смотреть на маршевые батальоны. В манеже холодно, как на улице, но государь пробыл здесь долго. Во дворец возвратился совсем больной, с высокой температурой, провел ночь без сна. Крымская катастрофа мучила царя невыносимо. Признать себя побежденным он не мог, но другого ничего не оставалось, и после кончины распространялись даже слухи о самоубийстве. А уж о том, что государь искал смерти, говорили уверенно. Искать смерти? Нет, не думаю. Не думаю. Нежелание продолжать жить – это другое. И, может, вот единственное, самое близкое к поиску смерти – это именно пойти в холодный ветреный день уже с воспалением легких или риском воспаления легких, потому что это его долг. Если вы это хотите считать поиском самоубийства, пожалуйста. В болезни странные перепады. За два дня до смерти Николай считался выздоровевшим. Потом внезапное ухудшение. Это усилит подозрения о принятии государем яда. Император. 4 марта по новому стилю 1855 года «Таймс» выходит с нейтральным заголовком, как тогда говорили, телеграфической новости. Смерть императора России. Герцен описывал в былом и думах, как радовались в Лондоне все эмигранты, прежде всего русские и поляки, и, конечно, сами англичане, тому, что, как выражался автор, тяжелый тиран в ботфортах, наконец, зачислен по химии. На набережной Темзы Герцен с друзьями раздавали мальчишкам мелочь на сладости. Те покупали кексы, прыгали вокруг русских и весело кричали: «Имперникель из дед! Имперникель из дед!» Обещание «мне помогут генералы январь и февраль» Николаю припомнили. Жестокая карикатура в сатирическом журнале «Панч». Генерал Февраль оказался предателем. Это для России было счастье, что он скончался. Потому что это позволило Александру II начать действовать в направлении перемирия и потом мира, что было бы очень трудно Николаю. Железный скок конного памятника Николаю I. Эпоха глубокой заморозки кончилась, лед раскололся. Дальше может быть только оттепель. We'll be right back.
Смотрите в четвертой серии. Севастополь. Русская Троя, с падением которой не кончилась. Это Троянская война. Импортная тушенка и джем. Следы войны в Крыму прямо под ногами. Ветераны в монументах и мавзолее. Зуавы. Дикая дивизия французов. Англичане сегодня льют ордена из русских пушек. Война в Крыму. Завтра на Первом канале.